И всем привет, друзья, на канале G2, с вами снова я, Гэри. Сегодня у нас видео «Большой или маленький укус челлендж». Это суть ролика этого в том, что мне приносит какое-то блюдо, и я делаю от него либо маленький укус, либо большой. Надеюсь, вам все понятно про это видео, ну, в чем суть. Так что двигаемся, начинаем этот ролик. Но перед началом ролика не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, да? Ну, а мы двигаемся. Итак, ребятки, первый раунд, и на первом раунде у нас такая вот котлетка. Сейчас посмотрим, что я буду с ней делать. Какой укус мне будет, либо маленький, либо большой. Окей, давайте. Кстати, вот у меня бумажки, вот тут написано большой укус, а тут либо маленький. Так, сворачиваем их, чтобы положить в кружечку и перемешать. Положил, отлично. Это тоже сюда же отправляем. Все, теперь перемешиваем. Какой мне укус выпадает, сейчас посмотрим. Так. Маленький, ребятки, укус. Ну, маленький, это где-нибудь вообще вот тут такусенький, да. Это был маленький укус. Ну, котлетка вкусная. Она еще, кстати, рыбная, ребят. Не обычная говядина или как курица. Это рыбная котлета. В принципе, вкусно, вкусно. Неплохой раунд. В принципе, да, мне понравилось. Двигаемся дальше. Итак, ребятки, второй раунд. И у нас такое скучное блюдо. Это обычный батон. Да, скучновато. Ну ладно. Потом, может, круче блюда будут, вкуснее. Ладно. Давайте дальше. Сейчас, значит, бросаем опять бумажки туда. Так, что ж. И перемешиваем. Так. Перемешиваем хорошенечко. Не выпадает. Большой, ребятки, укус выпадает. Большой укус хлеба. Но это все, что у меня влезет в рот. Это... Ребят, я проживал, это было очень сухо, потому что это же батон. Я очень долго жевал. В принципе, батончик такой вкусный, но все равно не то. Значит, что-нибудь такое мясцо или сладенькое надо. Ну ладно, это раунд выполнен, двигаемся дальше. Что ж, ребятки, мое следующее блюдо — это яблоко. Сейчас посмотрим, как я буду его, какой у меня будет укус. Большой укус или маленький? Сейчас посмотрим. Сейчас перемешаем. Не выпадает, значит. Большой укус мне выпал. Окей. Яблочко, значит, большой укус сейчас. Это самый большой укус. Вот такой вот был самый большой укус. Вкусная яблочко, вкусно. Двигаемся дальше. Итак, ребятки, уже четвертый раунд. Сейчас мое блюдо — это бананчик такой. Сейчас посмотрим, какой у меня будет укус. Либо маленький, либо большой. Так, пока отставляем. Посмотрим. Так, сейчас. Какой интересный мне выпадет. Сейчас посмотрим. Мне выпадает. Маленький укус. Ну, это, наверное, где-то вот студечка совсем. Вообще, я совсем немножко откусил. Очень-очень маленький укус был. Но бананчик все равно вкусненький. Я бы его полностью бы съел. Но нельзя, нельзя. Всего лишь маленький укус. Ладно. Этот раунд закончен. Двигаемся дальше. Итак, ребятки, у нас уже пятый раунд. И блюдо — это вот такая вот рыбка. Ну, сельдь или как он там называется. Филе, не знаю, как он называется. Не суть важно. Главное, какой укус у меня будет. Сейчас посмотрим. И мне выпадает. Так, сейчас. Большой укус мне выпадает. Окей, большой это, но она вся в меня влезет. Это был большой укус. Вкусный раунд, вкусный. Двигаемся дальше. Итак, ребятки, последний раунд, шестой. И у меня это вот такой вот крекер, печенька. Посмотрим, какой у меня будет укус. Опять маленький укус, ребятки. Опять маленький. Просто полюбуйтесь на это. Окей. Маленький, так маленький. Это еда. Вот всего лишь-то сколько я откусил. Очень. Потому что это был очень маленький укус. Все, ребятки, это был последний раунд. И что ж, ребятки, на этом ролик подошел к концу. Это был последний раунд. Сегодня у нас был, я напоминаю вам, большой или маленький укус челлендж.
Что ж, на этом ролик подошел к концу, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на красную кнопочку, нажимайте на красную кнопочку подписаться. С вами был канал Г2, с вами был я, Глеб. Всем удачи, спасибо и всем пока.